Привет всем! Мы приехали в деревню Панарос, которая находится в Оренском районе. И я сейчас быстренько расскажу. Для начала мы заглянем в новый построенный костел. В 97 году Валерий Рудзинскас создал монашескую общину, которая называется «Община полного дома». Но это не простая община, она занимается выращиванием, она придерживается таких монашеских традиций, потому что на территории этой деревни построен мужской монастырь, и община выращивает лечебные травы, приправы, и также община оказывает социальную, психологическую помощь от алкоголизма и наркотиков. То есть вот этот Валериус Рудзинскас, ксёнц, при помощи молитв, при помощи общения, он возвращает людям веру в себя и помогает им отказаться вот от этого алкоголизма и наркотиков. Сейчас мы находимся на территории костела. Давайте вместе пройдемся, погуляем. Здесь очень много интересных вот таких фигурок деревянных, сделанных в лесу. Все сделано с дерева, ухоженная территория, все это сосновом на территории костела. И дело в том, что здесь построен даже такая сушилка, которая используется солнечная энергия, сушатся лечебные травы, приправы, и также фасуются и продаются. Магазин находится около входа в сам костел с правой стороны. Теперь мы направляемся в мужской монастырь. Мы его посмотрим только внешне. Вот тут такой фонтан. Два фонтана. Посмотрите, как все сделано. Все со вкусом. Здесь два фонтана. Посмотрите, как красиво сделано. Посажены цветы вокруг. С камешками, такими клумбы сделаны. Очень много зелени. И сейчас мы направляемся вот к этому зданию, этого монастыря. Посмотрите, как красиво. Домик. Такие скамеечки можно посидеть. Все зелено, все свежо, ветер такой, все ухоженное. Посмотрите, какие скамеечки, красота. Просто отдыхаешь душой, понимаете? Все деревянное, все такое теплое, как будто ты родился заново. Посмотрите, какая ель красивая, какие у нее ветки висячие такие вот. Прямо она как плачет. Посмотрите, какая-то плакучая елка. Всюду кустики. Все так аккуратненько все сделано. Такие разные скульптуры, понимаете? Посмотрите, как красиво. Какой-то вот ангелочек. Видите? Какие скамеечки, посмотрите. Смотрите, какие каны растут. Бегонии.
такой вот фонтан в виде тюльпана. Колодец такой. Ну вот такие фигурки тоже. Сейчас посмотрю. Что ты поношу имена Бурунделя? Бурундукас мама. Ты лавки меня, у нее ты уям не герей. Вежуся, лавкс мама. Бурундукас. Красиво. И вот это вот второе здание, которое мы видим, это и есть это вот сушилка, где сушатся вот эти лечебные травы. Вот здесь такой домик, где живут люди, которые присматривают за усадьбой. На краином дартан пассажирам. И китризища мят. Такой огромный сад. Смотрите, какие деревья. Красивые. Послушайте, как поют здесь птицы. Посмотрите, как уложена дрова. Такая вот дорожка. Представляете, как здесь здорово. Saulės kolektorius namo, kur pigia elektros energija. Pasmirti, kokie yra dendrai. Saulės. Pievutė. Kokie gražus. Птицы поют. Чудо. Как красиво. Деревья какие. Да, вечером здесь горят фонари вдоль дороги. Вот этот вот домик. Сад. Bet va, pažiūrėk, pastebėk, anoj pusėje saulės kolektoriai ant namo sudėta, o va čia vis skidrom dengtas toks iš šitos pusės. Каждый камешек там что-то сделано. Виска сгорает, так я у него просто. Да, такой вот леший. Такой. Нам посисвякайте, не стула в Москве. Тесо. Кача долго бы придеса. Качу. Очень
kokia parduotuvėlė yra. Tai kažkas sakė. Vaistažolė yra ten prie bažnyčios. Bažnyčios rūsy. Aha, gerai labai. Ten yra vaistažolė. Ну и на этом я, наверное, закончу свое видео. Спасибо за просмотр. И встретимся в следующем видео. А на этом до свидания. Жду вас.